Работа над инфраструктурными проектами продолжается и в столице региона. Глава города Твери Алексей Огоньков проинспектировал ход работ по строительству социальных объектов в рамках реализации национального проекта «Демография». Одним из пунктов поездки стал детский сад на 190 мест на улице Скрескова, который готовят к открытию. Детский сад «Чебурашка» органично вписался в инфраструктуру микрорайона «Чайка», в том числе и по цветовой гамме. Прилегающая территория тоже практически готова. А там будет просто газон, там засеянный? Там будет посеянный газон, да. То есть они выравнивают откос и сеют газон. Игровое оборудование установлено на каждой площадке. Современные песочницы по требованиям Санпин закрываются вот такими крышками, которые во время прогулки дети могут использовать в качестве столиков для игры с песком. Также на территории есть спортивная площадка для игры в футбол. Уже стоят баскетбольные кольца и тренажеры. Здесь у нас дети. Ну, здесь будут спортом заниматься. Спортом заниматься. Шагомиры. Внутри сада идут работы по художественному оформлению холлов и коридоров, расстановка мебели, игрового оборудования, подключение кухонного оборудования, сушильных шкафов. В большом актовом зале будут проходить утренники и массовые мероприятия. Область сцены тоже будет сделана, и получится очень обыгранный зал. Новые детские сады строятся и открываются в Твери каждый год. Эта работа проводится в рамках реализации национального проекта и при поддержке правительства Тверской области. В данном случае мы находимся на детском садике на улице Скрескова. Это детский садик на 190 мест. Он уже в хорошей стадии исполнения. Группы здесь уже набраны. Уже и родители, и дети ждут с нетерпением, когда этот садик у нас заработает. Мы планируем сдать его летом. А детский сад на Левитана – это уже осень. Еще один детский сад на Левитана окружен многоэтажками. Здесь ведется активное строительство жилья и переезжает множество молодых семей с детьми. Трехэтажное здание полностью построено, выполнено устройство наружных сетей, водопровода и канализации. Заканчиваются облицовка вентилируемого фасада, начались электромонтажные работы. Достроить детский сад на Левитана планируется уже в этом году.